Вокруг городского озера работники «Энергоресурс» приступили к замене старых плафонов на новые. В свободное время жители республики со своими семьями, близкими и друзьями приходят, чтобы пообщаться, прогуляться, посидеть на берегу водоема. Это одно из излюбленных горожанами мест. Работы ведутся при поддержке политической партии «Нахас». Представитель партии «Спартак» Тумаев отметил, что к ним обратились жители республики с просьбой провести данные работы на территории озера. Инициатива здесь партия «Нахас» отдам нам хотят сделать. Район адам дар город Шарджиса дар Шамай мене сардер бола ум ма озерое алварсо дишил дар Талунго диши заргатта маю адам чи ще десту дунада дест ну зену варти у дест чи каза севалат та генани бле охва чи дар маю ит хай партия охан фандро хаса Шамай фанорта мене ас нашто асешине кашу уи Шамай ил дар боива сашерам мобира факас дестунам мене сайрен дар ивен чмана уже фаюджеста вачи генабун ма хшавм фан дар вачи ген хума خوبونه فستم. نشارشان در فنجون در روژه نیست. نخدک در هم و این بایدم. ایزارگت نایی در خودم شوینش. سوالت در خیستر آدم در ما. سن خودم اوجه فنجون در Новые плафоны отличаются от старых тем, что они светятся в ночное время лучше, освещая путь пешеходов. На берегу городского озера отдыхают не только молодые ребята, но и люди преклонного возраста. Они рады, что теперь смогут выйти на озеро и в темное время суток. Представители партии отметили, что замена старых плафонов проведут и в других местах отдыха. Алена Утаева, Алим Бетеев, Оксана Татаева. Информационный выпуск сегодня.